Ребята, всем привет, с вами Александр, и сегодня мы поговорим про Jurassic World Evolution, в общем-то, а точнее про грядущее обновление, о котором я писал на вкладке сообщества. Сами разработчики, да, в своих там соцсетях отвечают на вопросы, которые им постоянно задают, и не стоит переживать, работа над игрой ведется очень активно, и будут новые обновления, все будет, ребятки, выходить. В ближайшее время, то есть, ну, может быть, на днях, неделька, максимум другая, они выпустят карту обновления, так называемую roadmap, где будет более детально написано, в какое время будет выходить какое обновление. Это первое. Во-вторых, то есть, обновление будущее будет бесплатным. Следующий момент, что это обновление, это не какой-то большой контент такой, контент какой-то пак. То есть это не будет что-то наподобие Jurassic World Fallen Kingdom апдейт, короче, который добавил много. Это будет в основном переделка, доделка каких-то мелких моментов. То есть игра требует много вопросов, требует ребалансировки. Может, какая-то там сила динозавров, еще там чего-то, какие-то глюки там с джипом, глюки какие-то с землей, с размещением зданий, да, много вопросов. Вот такие вот всякие мелочи будут править. Конечно же, возможно, в этом обновлении нам добавят какой-то там 1-2 динозавра чисто символически, и может какие-то декорации и украшения нам тоже сюда добавят. Ну вот, вы, наверное, уже видели такую картинку на страничке защитников динозавров. Например, что здесь может добавить? Херерозавра, например, у нас нет. Сегизавра у нас нет. И вот это вот лесотозавра нету. Ну, что-то такое могут добавить. Ну, исходя из вышесказанного, ребятки, не стоит ожидать, что это обновление принесет нам какой-то водный парк, либо птерозавров, либо что-то вроде такого. То есть, нет, такого не будет. Кстати, на одном из островов есть такой глюк, когда мы можем включить вот эту вот функцию драйверов NVIDIA, где игра вся замирает, и можем камеры свободно перемещать, которую, ну, что вы видели, я в игре часто делаю, когда делаю скриншоты, такая, как бы все завмирает, время останавливается, и мы можем камерой летать. В общем, там можно где-то камерой подлететь под остров, это тот остров, какой третий наш остров, по-моему, да, где мы появляемся, и у нас уже был вот этот инновационный центр, где нам нужно было его продавать. В общем-то, там есть место, где можно погрузиться под карту. То есть, и там видно как бы море, там видно карту снизу. И там некоторые из исследователей, в общем-то, увидели какие-то следы или образ мозазавра, в общем-то. Ну, я там смотрел это подобное видео, там человек копался, ну, в общем-то, ничего, кроме каких-то теней, темных серых пятен, в общем-то, пока что там не видно. Так что, насчет, ну, мозазавра, что он уже есть в игре, ну, честно говоря, сомнительная такая новость. Также относительно размеров островов, то есть, был тоже ответ разработчиков, что, мол, острова маловаты, да, тот же, та же наша песочница маловата, но они сказали, что размеры островов останутся прежними, ничего изменяться не будет. Но, возможно, в будущем просто добавятся новые острова. Хотелось бы, чтобы именно в этом обновлении было изменено поведение динозавров. Ну, вот это, допустим, такая дикая ненасытность хищников, которые просто убивают всех без разбору, кого только могут найти. То есть, любой хищник убивает всех травоядных, независимо от того, голоден он или нет. Думаю, вот этот момент они поправят. Также есть наболевший вопрос по поводу размеров динозавров, а именно, ну, хищников, что тираннозавр очень большой по сравнению с другими хищниками, такими как цератозавр, карнотавр, даже спинозавр, там индоминус, ну и особенно гигантозавр. То есть гигантозавр претендует на то, чтобы быть больше тираннозавра, а в этой игре он вообще крохотка, как малютка, по размерам как какой-то там, меньше даже цератозавра, по-моему, смотрится. В общем-то, размеры гигантозавра очень бы нам хотелось, чтобы поправили, но, ребята, разработчики дали прямой ответ на этот вопрос, и они сказали, что не могут это сделать. И это связано не с ихним желанием, это связано с тем, что они обязаны выполнять договоренности, которые у них есть с владельцами франшизы фильма «Мир юрского периода». То есть такие размеры продиктованы вот именно вот киношными какими-то правилами, тем, как это было уже показано в фильмах, и они не могут это нарушать, ребята. Так что не ждите изменения размеров динозавров.
Так, ну про карту обновлений я сказал. Ну и что еще стоит сказать, что, ну, скорее всего, это обновление выйдет неделька-другая. То есть вряд ли это займет больше месяца, пока выйдет это обновление. Так что скоро, ребятки, ждите. Ну, это все, что я хотел сказать на данный момент. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Не забудьте поставить лайк.